Тик проявил милосердие к мусульманину. На просторах интернета завирусился ролик, демонстрирующий удивительный пример толерантности и человечности. Во время дождя с градом сикх, увидев молящегося на улице мусульманина, поспешил прикрыть его зонтиком. Мужчина выбежал из автомобиля и встал рядом. В таком положении он прождал до окончания намаза верующего, несмотря на то, что промок сам. Предположительно, случай произошел в индийском штате Джамму и Кашмир. На фоне участившихся в Индии случаев исламофобии данное видео приятно удивило зрителей. Пользователи сети восхитились поступком сикха, оценив его как жест любви к ближнему.